Всем привет, бледнолицые друзья. Что я здесь делаю? Я делаю следующее. Я высматриваю укрепленную этот таун, этот город вообще. Ну какая-то тут какой-то поселок укрепленный. У меня теперь две снайперки, кстати, есть. Вижу повозку. Вижу чувака, который пасет. Пасет. Ворота там есть спереди, вот где повозка стоит. Ну вот интересно, с другой стороны есть ворота? Хотелось бы разведать. Поэтому я сейчас просто хочу разведать этот город. Я не знаю, что здесь. Но я думаю, нормас будет, если поживиться будет чем. Но его, наверное, только штурмом надо будет брать. Ну, сначала разведочка. Хочу просто разведать. То есть нападать я, скорее всего, не буду, на него у меня не хватит ни сил, ни аптек, ни средств для лечения. Если тут наед на пацанов, меня просто изрешетят. Нити он там стоят. А это ворота тоже такие или что это такое? Или просто это двери? Да, сзади входа нету, и на каждом метре стоит по этому самому, по часовому. Кстати, вот этого часового вообще здесь нет. Кстати. Вот это вот так хынок и в головешечку. Вроде народу не сильно много. Хотя тоже есть. Да, неплохой такой городок, я вам скажу. Его бы зарейдить. Но боюсь, рейд может не удастся. И там как минимум чувакушки может что-нибудь быть. Хотя хрен знает, конечно. Интересно, что в повозке там? Это ворота по-любому. Есть идея посидеть, понаблюдать. Ну, то неохота. Сидеть и просто наблюдать. Так, мне каким-то макаром нужно выбраться теперь с отсюда. Тут какой-то дозорный, кстати, объект. Все объекты, которые были. Пойду тогда, наверное, этот самый. Залутаю форт. Рейд на форт устрою. Ну, почему бы нет? Сейчас повозочку возьму. И поеду. Так, мне нужно что-нибудь полечить сюда. Мед. Да, мне хотя бы к этому костру вернуться, чтобы все из повозки выгрузить и положить. Через костер вроде дорога не проходит. Если чисто, потому что повозка только по дороге может ехать. Если ехать не по дороге, то она сломается, и вот этот весь лут придется вручную перетаскивать. Но мне как-то не очень хочется вручную все тащить. Ладно, тогда аккуратно еду на повозке по дорогам. В принципе, если ехать, то я думаю, можно выехать будет. Так, вот форт. А, вот он форт. Кстати, может это... А можно к торговцам, кстати, заехать. Я так полагаю, торговцы-то это... Не будут меня атаковать-то. Юху! Зачистил деревню. Так, ага. Это торговцы или это кто-то нехороший? Так, стоп. Я не уверен, что это именно это торговцы. Нет, торговцы. И, кстати, тут эти аборигены, но они, скорее всего, не захотят. Я же к ним, по-моему, уже подходил.
со мной тусить. Это бы можно было у них там затусить. Так, пацаны, вы точно торговцы? Йоу, мэн. Че есть? На продажу. У меня, кстати, очень много всякого говна. Я готов с тобой побарыжить. И у тебя много всякого говна. Представьте, какой-то прикольный. Ствол, 50-й калибр. Нет. Кстати, что я тебе могу продать? Я тебе могу дерево продать. Флакс и вот это вот все говнище. Поменять. О, на томата. Да. Так. Слушай, мужик, я у тебя, наверное, еще что-нибудь поменять тебе. Сейчас посмотрю, что у меня есть. Что тут есть хорошего? Сульфу. Нет, это я оставлю. Дерево. Дерево я возьму, в принципе. Рабит пет. Давай. И тут вот все говнище я поменяю на жрачку, потому что есть вариант, что меня могут застрелить в форте. Поэтому жрачка мне не помешает. Так, значит, я тебе вот эту вот гранатинку кидаю. И рапид. И еще. Еще. И вот эту штуку. Давай, мед уже. Дерево. О! Вот и все. 35 жизни не дает. Так, значит, там форты говорят, да, пацаны? Знающие пацаны говорят, что там форт. Пойду на разведку. И, кстати, там форт недостроенный, насколько я вижу. Ой, костер. Вот это вообще зашибись, кстати. А как же туда ехать до этого костра? На телеге не доехать. Здесь печаль. Кстати, вот как дорога идет, я вижу. Кстати, а дорога идет вот так, если вниз поехать вот так вот, и тут костер будет. И тут можно будет выгрузиться. Надо будет это прочекать момент. Мне кажется, я там вижу две повозки. Я бы сказал, даже не две повозки, а дохренище повозок. Кстати, они тут, наверное, это все расширяют и расширяются. А, они сюда захватывают эти территории. Ну, тут у меня жестко они не дадут эти пацаны захватить. Вот тут, тут могут дать. Ладно, это я потом займусь. Сейчас хочу форт чекнуть. Пять дерева, отлично. Кстати, можно сразу сделать стрелы. Обыкновенные. Так, вижу вояку. Который мне, наверное, доложит все, что можно. Если он не повернется, это будет нормально. Если повернется... Я могу и отъехать. Отказ! Колись, мразь. Кстати, неплохой ствол и потрохи. Так, он что-то там рассказал. Ничего не выдал. Про эти вещи не знаю. Ладно. Пойду на горку. Посмотрю, что на горке. С горки будет видно. Мои шаги или кто-то еще идет? Ну, походу мои только. Итак. На телегу не угонят там. С добром. Коня вижу.
А, не мои были все-таки шаги. Чуть-чуть, еще военный. Желательно тоже прибить. 5500, 6000. Главное, чтобы без рисков. Риск мне не нужен сейчас. Далеко ушел, по-моему. Надо догнать и убить. Это вот 100%. Please don't kill me. I can be used for you. Wait, that's where my body is. Kill me or leave me. Так, неплохо, неплохо. И как раз ночь наступила, можно будет сейчас этих пацанов зарядить. Кстати, я нашел рецепт в том доме в прошлом, который зачищал. А вот, не в этом. В этом доме. Рецепт сейчас покажу, на какой офигенный ствол. Не этот офигенный ствол. Вот он, вот она. Рыба моей мечты. Шарпс. Офигенный шарпс. Зацените, у нее 380 дамага. То есть это ствол нужно будет скрафтить обязательно. И можно вообще будет не париться. Так, это ложу. Тоже. Так, патрохи эти не нужны. Если занимать только 60 калибр, оставляю. Мало ли, придется повоевать. Так, ну чё, погнал я. А, тут еще это костерчик где-то надо запалить. В принципе, можно до костра на телеге доехать. Если он тут недалеко. Но я боюсь, он далековато будет. Но сохраниться стоит. Это вот факт. Где этот костер-то тупой? 100 метров? Ничего, далековато костер. Так, что, не построили что ли уже забор? Так, вот есть все нормас. Чуваки своих выдали. А, не, нормас, ничего не построили. Как минимум я вижу двоих. Возможно, их больше. Вижу коня, если что, можно будет уехать. Самое главное, я двоих уже перерезал. Так что у них на два человека меньше стало. Ох, мнительный, мнительный вы, сударь. Я сейчас не промахнусь, это будет залет. Нет. Не промахнулся. Но чувак заподозрил что-то. Или нет? Или кто заподозрил? Так, их там трое. Один этот и двое там. Только эти. Вот он ходит. Еще одного.
Один в палатке, один вон на выходе. Пытается выйти. Но пока стесняется, походу. Мужик, ну ты не стесняйся, давай выходи, поговорим. Не пошел меня обходить часом. И он пошел туда в палатку. Ну и черт с ним. Ну и пес с ним. Этим пацанам им ихний лут не нужен. А мне пригодится, мало ли чего. Так, ну я больше тут, кстати, никого и не вижу в этом лагере. Кроме вот этих двоих. Ё-моё. Чуть не залетел. Точно никого нет. Так, чувак спать пошел, да? Так, срочно, срочно вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. Срочно. Что взять-то? Бля, кольт не заряжен. Чуть не убил. Это был бы залет всех залетов. Остаты добавляет того, что у меня опыта дофигища еще. Не хотелось бы его потерять. Так, что-то есть. Пусто. Теперь начинается одно из приятных действий в игре. Это залутать весь лагерь. Так, тут что? Стволы. Стволы. Так. Хорошо, что я этих двоих на выходе нагнул. Так, у меня перевес. Ну, собственно, куда без него? Так, только надо положить сейчас ток. Нет, сос. Блин, две крутых. Теперь. Пукалки. Так, это ложу. Беру коника, да пою, наверное, скину возле костра. Тут же костер недалеко, который. Скидаю. Почему, собственно, и нет. И сохраню заодно. И можно, кстати, взять жрачки еще. После костра. А, костер прямо вот здесь. Прямо около дороги. Вот хорошо. Во. Залутал всех. Тут, походу, мой лагерь вынесли, да? Или мужик сдох. Или вот он. Какой-то ублюдок тут ездит. 5 варриорс. Так, а если вот атаку не могу пока совершить? Атаку, пацаны. Где этот самый ездил? Там какой-то хер. Нету. Нужно покушаться на мои эти земли. Больные ублюдки. Че им надо от меня? Пистолетики, ружьишка. Кстати, снайпу я одну положу пока. Мне она не нужна. Так, это оставлю.
Это сложу. Это тоже все положу. Не хочу, что жрачка есть теперь, костерчик. Все как надо. Так, можно взять вот этого парочку. Без них никуда, к сожалению. Че, конь, поехали еще это самое по ураганим. Пока похиляюсь, соберу остальное вот. Так, друзья, я продолжаю играть. Там идут, вот, смотрите, там целая толпа поселенцев идет. Просто жесть. Телегу тащат. Точнее, телеги, там две телеги. Вот, поэтому я решил свою перепарковать. Не знаю, правда, как получится. Не поломается она, честно. Иду медленно, чтобы это не сломать ее. Поп. Иду к костру, который вот у меня помечен 130 метров. Но надо очень-очень аккуратно, она может сломаться, телега. Она, видите, он уже ломается, Heavy Armor. И сломается будет очень печально, вот он, дамаг. Главное сейчас выйти на дорогу, чтобы она хотя бы до дороги доехала. Дальше по дороге будет нормально. Тут вот она и дорога. Тут же дорога. И где она? Вон на дорога. Если я сейчас до дороги доеду, то вообще будет нормально. Тут, кстати, вон этот залутанный полностью форт. О, отлично, я на дорогу выехал. То, что я и хотел. Все, я в шоколаде. Фу, довез телегу. Все, паркуюсь. Вот теперь можно разгружать все. Вообще абсолютно все. Цените тут телеги. Золото все забрать. Все вот это все позабрать. Главное, чтобы сейчас тут никто не напал. Никого там нету, патруля нету. Только я прям в тылу врагов, так сказать, нахожусь. Кто-нибудь сейчас побежит шальной. Так, давайте. Ложим. Ложу все. Складываю, точнее. А потом уже, что надо, я возьму. Пока же все сложу сюда. Чтобы не заморачиваться. Опа, хорош. Так, телега. Вот что тут очень много всего. Сорок восемь и один, покиньте. А у меня 26,7. Они мне что-то отжали какой-то кусок. Сейчас я пойду там ураганить. Шесть тысяч. Мне бы еще 800, конечно, добить бы опыта. Сколько тут стволов. Это просто сказка. Все. Так, все скидываю в основной свой лагерь. Вот в этот. А там уже потом буду разбираться, что хорошее, что плохое. Там уже стволов просто... Это неебическое количество, наверное. Патрон тоже. Теперь можно крафтить хоть что угодно. Можно, кстати, тот крутой ствол скрафтить, который у меня был. Рецептик есть на 315 дамага 75 калибра. У меня, по-моему, теперь уже все есть для этого дела. Вот это непонятно, что это за хрень.
какая-то для чего нужна. Я думаю, разберусь. Так, что там эти поселенцы еще едут? Какой-то отрядик ехал. Не, ну, отсюда не увижу. Окей, окей, окей. Итак, пацаны, пока я тут путешествовал, у меня эти ублюдки отжимают территории. Извините, вот тут отжали территорию. Я послал пацанов, но они их там распидорасили все. Вот тут два лагеря моих порешили. Вот он один, вот он второй. И чё-то никак не успокоится, я смотрю. Поэтому я решил их пойти проучить. Сейчас я беру стволы. Потому что это, блин, ну это ни в какие рамки не лезет. Снайпер хоть такой возьму. Так, 75-й калибр. Давайте. Так, она снайперку какой нужен? 60-й. Пацанов поперебили просто вообще жесть. Ну, они сейчас за это заплатят. Так, ну и стрел возьму немножко. Где тут? Оров. Так, ну, естественно, куда же я без жратвы? Так, мне нужно... Стамина нет. Две вот этих, даже три я возьму. И помидор. Ну, еще вот эту штуку. Все, ставлю эту самую точку. Сейчас пойду. Рогани, сейчас перезаряжу стволы. Метров доедем. Вон они, моих пацанов положили. Кстати, а чего это сама снайперку я не взял, что ли? 60 калибр взял, а снайперку нет. Так, снайперка, да, не взял. Это не взял точно. А где взял? Надо положить назад. Две мне без надобности. Так. Поехали этих ублюдков валить. Без всякого стеснения. Да, ленте мы их положили. Это мой отряд пошел на них. И они всех, походу, размотали. Папка выдвигается. Вот у меня не смотали. Это будет неприятно. Где они сидят? Не их не лаги. А, ну да, их не лаги там. А, я помню, тут этот был. Тут опасный этот хер, кстати. Тут может этот прятаться в скале. Так, одного вижу. Давайте пока с лука по-тихому. Пошли, что тут этот черт в скале сидел. Лагерь чист? Нет. Судя по всему, опять где-то кто-то.
Ну не вижу. Машина бежал. Лагерь не зачистился. Опять этот багнутый лагерь. Возможно, тут опять этот чувак вот в этой скале тусуется. Может, не в этой скале. Может, убежал куда. Ух уж этот лагерь меня мозги компостирует. Но пока не вижу больше никого. Есть кто? Если их послать в атаку. Не помогут они часом. У меня столько людей нету, чтобы это. Чтобы воевать. Ну я им там неплохо жизнь подпортил, кстати. Что меня радует. Так. Ладно. Так, а вот тут почему они? А, тут нормас, тут они состыковываются. Вот тупой лагерь. Ага, вот тут еще какой-то хер тусуется. Ходит тут, понимаешь. Поедем сюда. Пойду в этот лагерь. Посмотрю, что они там натворили. Наураганили ублюдки. А как туда ехать-то? Да, все понятно, по этой дороге. Я на месте. Да, пацанов, походу, всех положили тут. В лагере. Никого не осталось. И лагерь почистили, ублюдки. За это будут наказаны они. Здесь только наказаны. Ну, можно сюда пацана одного просто экипированного отослать на коне, например. Yes. А, на коне нет. Ну, без коня тогда. Сент сюда. Пускай тут посмотрит, что понаделали ублюдки всякие. Так, а я поеду сюда, посмотрю. По дороге проедусь. Нормас. Все. Ну, по всей видимости, вот эту надо штуку зачистить. Поехали. Зачищу эту хрень. Так, они через реку где-то там, да? Так, конечно, я тут оставлю. Сам пойду. Зачищать. Так, раз, два, вижу. Тут просто они домики построили. Ну это и зря. Они так сделали. Сейчас всех пристреляю к чертовой матери. Из своих пацанов тамщу.
Спотыкнулся, упал. Все бывает. Че, люди спотыкаются? О, письмо какое-то. Люди спотыкаются на каждом шагу. Ничего там удивительного нет. Чего удивляются, что люди спотыкаются? Вот. Самый умный, да? Стрелы ломает еще мои. Ну, то, что у меня тут пистолет нет с собой. Там шмаляет кто-то. Кто-то где-то шмаляет. Но они не знают, где я и кто я. Я не знаю, где я и кто я. Они хотят меня обойти. Но это у них не получится. Enemy right there! Хорош. Лагерь освободил. Такс. Минус несколько ублюдков. Больных. Так, у меня перевес. Конечно же. Собственно, куда без него? Так, ствол. Я поставлю. Пистолет сложу. Так, где пацаны сидят? Тут. Освобождаю. Заехал, понимаешь. Расстрелял. Че, пацаны? Хватит вам тут сидеть. Вы нужны своим. То не положили моих много. Так, собираю потрохи. Всякую хрень. Пистолеты не нужны. 6400. Еще 400, и я буду на коне. Такс, в телеге стопудов что-то может быть. Яблоки, ну ладно. Тоже неплохо. Шнапелька 2. Ну пока не нужно. Ну и чего тут толпитесь, а? Вылазьте, давайте. Давай, вылазь, это все из-за вот этого утырка. Давай, вылазь. Ладно, вылезет как-нибудь. Забираю коня. Коняшку. Я не знаю, зачем мне столько золота нужно было. Так, пойду вот тут вот. Отмечусь. Я взял 300 золота. Куда мне это? Что с этим делать? Но тоже вооруженные патрули сделать. Как у них. О,
О, я на месте. И так далее, и тому подобное. Так, еще вижу. Но уже рассветает. Успею я, нет? Чтоб прям без рисков. А, хотя подождите. Без рисков. Ну, уже не успею, ладно. Хрен с ними. А, сложусь пока. Вот в этот лагерь. Давайте, что я взял? Ну, этот ствол у меня был. Вот этот ствол. Вот этот, естественно, патроны на эти стволы. Так, 85-й, 60-й. Так, стрелы, все остальное оставлю. Хотя вот это вот зачем это? Хил, стамина. Все. Это все скину. Блин, только томаты скину зачем-то. Это все хилки, и это все надо. Это вам месть за моих пацанов, за то, что меня отжали территории. Я вам не дам так. Я так просто не спущусь этот с рук. Сейчас еще вашу одну эту. На тени дожму. Вот видите ли, они тут путешествуют. Раз путешествовались. Итак, что мы видим? Вижу как минимум одного чувака. Так, снайпа. И, а он там не один, их там трое. В принципе, можно издалека расстрелять. Можно подойти поближе и пострелять. Попробую подойти поближе и хотя бы кого-нибудь с лука снять. Даже днем. Вижу, кстати, хороший камень, за который можно будет спрятаться в случае большой беды. Так, тут есть кто в палатке? Палатки никого нет. Кошевар. Умер. Спрячься пока. Пацаны все-таки сломали что-то. Да, лагерь сломали этих. Нормас. Так, ну меня пока не спалили, кстати. Хоть они и спалили, что труп какой-то есть. Но не меня. Так, еще один решил приготовить пожрать. Опасно где-то бегают. Не хотелось бы нарваться на этих опасных пацанов. Я буду иметь. Даже впритык не видит меня, прикиньте. Dead body.
тело, по-моему, стрелять отлично. Эти лохи. Они должны умирать. Как не в себе. Я вижу. Вижу пацана. Он не видит. Походу, дело, что нет. Ебать ты. Стоп ты уже. Вижу, еще один бежит. Хочет получить. За ящиками спрятался. Это пацаны все вместе. Где ты? Со своим луком. В дом зашел. Че ты думаешь, твой лук спасет тебя? От моей пули. Я твоих пацанов положил уже, просто пиздец. И его хочу это допросить. Он ушел. Так, так. Please don't kill me. I can tell you everything. Давай, рассказывай все. Wait, wait, here's my belongings. Please, I have wife and kid. Ah! Молись своим богам, ублюдок. Слушайте, а это не зачистилось? А, не, все зачистилось. Отлично. Так, так, так. Что тут есть? Что есть? Забрать. Стрелы какие-то, вообще бичи какие-то, на самом деле, были. Но тем не менее, бичи не бичи. Они плохо сопротивлялись. Так, и они моих пацанов тут держат. Блин, ну. Надо их освободить. Я, кстати, там неплохо порезал их. На их территории. Форты поджимал. Город какой-то. Вот город у них там. Я, конечно, не смог штурмануть. Ну, это слишком для меня, по-моему. Для одного. Надо вот таким вот отрядом туда врываться. Даже не таким, побольше, там 8 человек брать, полностью вооруженных до зубов. И только тогда врываться туда, в этот город. Ну, предварительно туда вообще надо как-то попасть. Так, где вопросик стоит? Че тут? 20 патронов. Такс, такс, такс. Вроде все. Полутал, все зачистил. Сейчас еще пацанов тут досмотрю. Досмотр тотальный. Так, перевес. Что можно положить? Это я не буду, вот эту вот хрень положу. Она меня не очень радует. Все, все. Ну, коня я возьму у ихнего. А там что, интересно, вдалеке? А, ферма. А тут, получается, все, больше ничего нету, что ли? Или просто не видно? Тут поселение организовать. Свое. Надо все. Сюда добежать. Кстати, а где? Неужели, знаете, они повыносили? Нифига себя не выносят.
Это они тут внизу, что ли, уровень? Да нет. Что-то без населения осталось. Вот она раз. Вот она два. А, ну это те три. Ну, три. Тут не все ураганят. Там их нормально, нормально. Так, тут есть поселение чей-нибудь? Но это все не то. Ага, вот она еще одна. И костер. Ладно, иду к костру, скину стволы. Да и, наверное, буду закругляться. Хватит уже. Буду потихоньку отжимать у них. А что делать, собственно? Ничего не сделать. Так, 8-6. Мы подумаем. Кстати, будет поселение организовать и туда пацанов скинуть. О, бизон. Так, подождите. Был бизон и нету бизона. Заберу все. Палатка. Мне тоже нужно забрать. Чё тут есть в ней? Так, я на походу эту хилку взял. Которая весит дофигища. Не, все равно перегруз. 1-4. Что-то еще взял. Мясо 0,8. Угу. Буфало это оставлю. Жрачку, наверное, какую-то. Это весит, ладно. А, да, вот эту вот штуку. Да, это все я заберу назад. Просто 6. Вот так вот. Так, ну все. Ой, нифига себе, он бизоном. Он убежал. Самое главное, если в пердак ему стрелять, в пердак или в голову, то он умирает. Блин, перевес опять. Так, что может сожрать-то? Мясо. Мясо много. С бизончика. Стамина вообще нет. Жри, не жри, они кончаются. Сколько у меня там перевес? 0,1, еще одно мясо надо сожрать. Все. Ха, неплохо бизонов набил. Кстати, что там по этому-то? 6800. Неужели? О, да она. Да. То, что я хотел. Все, теперь у меня вес еще плюс 50. Прикиньте, плюс 50 веса. Итого 100-150. Вот теперь можно воевать, вообще не боясь ни за что. Не за вес, не за это. Так, где? Где? Лагерь. Хопа! Ну что ж. Лагерь я тут захватил. Это дозорный или фермер, не важно. Это уже не важно. Так. Кстати, можно, знаете, куда скинуть? У нас тут народу много. Да, сюда можно положить стволы.
никто не выложить. Это я не буду все ложить сюда. Вот, вот этот лагерь теперь. А, его нужно качнуть. Он еще не прокачан. Чтоб основывать лагеря, да? Его нужно качнуть. Ладно, это уже в следующий раз качну. Так, вот здесь лагерь, да, сделаем. Просто я боюсь, как будто эти вот тут не тусили. Надо будет их захерачить. Странно, что тут народу нету. А, атаковать они тоже нет. Ладно. Так. Где мой крутицкий лагерь? А, нет, тут их кого-то убили. А, или тут это зверье, возможно. Перебила всех. Такая то такой тоже может быть вариант. Так, по патрошкам нормас, по стрелам тоже примерно нормас. По вооружению тоже нормас. Ну что, друзья, я закруглюсь. Продолжу я дальше свою экспансию. Если что-то будет интересное, уже буду отдельно записывать. Вот. Теперь нужно все вот эти вот территории захватить. Еще сзади захватить все это. Еще геморрою. Ну, неплохо, неплохо. Все равно подвигаясь. Мелкими шагами придется подвигаться, потому что влетать уже не вариант. Ну и, в принципе, что я хотел качнуть, я качну. Золото взял, только не знаю, куда это золото девать. Его, потому что да хрена теперь у меня. Сейчас могу показать. 300 золота угнал. 300 дерева. А где? Вот оно, голд. 300 золота. Я не знаю, куда его девать. Ну, возможно, что-то крафтится из него. Как вариант. Вот, дальше по крафту стволы. Есть вот такой ствол, который хочу сделать 380, и мне вообще не будет равных. Но нужно два регулярных ствола МК5. У меня такого крафта нету. Если был бы, я тогда скрафтил бы их, но пока нету. Надо искать рецепты. Вот, да, даже в этом, тут тоже нет таких, по-моему, у меня стволов МК5. Есть low quality, то есть маленький. Нужно из двух, походу, сделать регулярный, из регулярного тот. И тогда вообще буду неубиенным пацаном. Так, ну что, на этом я закруглюсь. Всем пока, друзья. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк под видео. Ну и между делом зайдите на наш сайт. А пока, всем до свидания.